этом видео мы рассмотрим мягкую игрушку для щенков фирмы Кроки. Игрушка сделана в виде плюшевой свинки. В голове игрушки находится пищалка, а пузико свинки шелестит. Одна задняя лапа сделана из термопластичной резины и предназначена она специально для жевания щенком. Благодаря тому, что игрушка изготовлена из безопасных материалов, она не только не травмирует десны собаки, но и предотвратит развитие кариеса.